Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Ситникова. Сегодня у меня праздник. Сегодня, наконец-то, завершился мой грандиознейший проект под названием «Кардиган Восток». И я себя с этим поздравляю. Вот решила поделиться этой красотой с вами. Я знаю, что вы тоже ждете от меня это видео, результат проделанной работы. Я также знаю, что некоторые из вас приступили вязать эту красоту. И я желаю вам успешного завершения. Вот сижу, смотрю на эту красоту, и мысль такая меня посещает. Неужели это сделала я? И это всего лишь навсего второе мое плечевое изделие спицами. Девочки, начинающие вязальщицы, те, кто только-только начинает вязать спицами или крючком, неважно. Я хочу, чтобы вы забыли про страх. Я хочу, чтобы вы сказали себе, что у меня все получится. Я хочу, чтобы вы поверили в себя. Помните, что у Бога нет других рук, кроме ваших. И смело приступайте творить. Кардиган вяжется на самом деле достаточно просто. Справится, я повторюсь, даже начинающая вязальщица, потому что, как ни странно, здесь просто прямоугольники. Здесь единственное прибавление петель – это вот в рукаве. И то это прибавление идет один раз вот после резиночки. Дальше я увеличивала размер, расширяла рукав за счет размера спиц. Все видео на канале, все обзорные мастер-классы, все есть. Поэтому остается только ваше желание и ваши ручки. Есть мастер-класс, как сделать прорезной карманчик. Есть мастер-класс на вот этот основной узор. Есть мастер-класс, как связать вот эту красивую косичку. Вот она. Все очень просто. Смотрите видео, воодушевляйтесь и приступайте творить. Посмотрите, как красиво смотрится вот этот вот рукавчик с погоном. А вяжется же очень-очень просто. Он просто удлинит вашу руку. То есть вроде бы-то рукав и спущен, но за счет вот этой вот линии, вот эта вот сплошная линия, линия косы, да, очень хорошо удлиняет фигуру. Поэтому подойдет женщинам солидным, женщинам, имеющих лишний вес. Как вы видите, я не стала пришивать сюда пуговицы. Вот единственная пуговица, которая здесь присутствует. Здесь вот пришила вот такую петельку потайную, ее практически не видно. И вот эта пуговичка. Очень красивая, кстати, пуговица. Покупала я ее на AliExpress. Все очень хорошо. Единственный момент, очень долго она ко мне шла. По-моему, около 2 месяцев я ее ждала, но очень-очень красивая. Там внутри камушки, видите, как оно все переливается. На солнышке вообще блестит очень красиво. Ну, правильно, какой же Восток без сапфиров и алмазов? Вот, пожалуйста, вам соответствие названию кардигана. Теперь по размерам. Значит, кардиган весь... По весу кардиган весит 1,5 килограмма, из них 1 килограмм это троицкая Алиса, здесь 2 ниточки, и 500 грамм это ангора делюкс, вот которая с махером ниточка. Так что достаточно приличный вес. Ну, вес здесь за счет, конечно, вот этих вот кос, за счет этой резинки, этот узор на основе резинки 2 на 2. И, конечно же, это требует ниточек. Теперь, что хочу сказать еще, какие изменения. Значит, ой, солнышко как раз выглянуло, празднует вместе с нами.
или мы с солнышком празднуем. Смотрите, как вы помните, я планировала вот здесь вот разрез. Естественно, вы его сейчас здесь не видите. Мнение мое изменилось. Сама косичка напросилась вот ее продолжить. Опять же, еще одна линия, удлиняющая ваш силуэт. И я вот решила сделать, значит, продолжить эту косичку. Косичку, кстати, я тоже перевязывала. И весь кардиган вязался спицами 4,5. То есть вот этот основной узор, да. А косичку я вязала 3,75. То есть она достаточно такая плотная. Ту косичку, которую я показывала в прошлом видео по кардигану, я ее перевязала. То есть все выпорола, то есть уже начала сшивать. Потом мне не понравилось. Вот здесь вот была граница какая-то в вязке. В общем, все я распустила и все переделывала. И, как вы помните, не попала я изначально как бы с размером рукава. Так, сейчас одну минуту. Мне нужно подключить планшет, садиться. Сейчас буквально чуть-чуть. Так, что еще хочу сказать? Еще хочу сказать одну тонкость по вот этому шву. Значит, это, как сказать, обманчивый шов. Как мы помним, здесь были открытые петли у нас. Единственное вот это вот расстояние, где я добирала петли из полотна. Спинка была открыта, погончик был открыт, полочка была открыта. Но чтобы вот здесь вот изделие держало форму, я взяла, прошлась крючочком слепыми петлями, ну или соединительные их еще называют, по вот этой вот всей линии, вот по этой вот всей окружности, начиная вот отсюда и вот так вот в круговую пошла. Зачем я это сделала? Чтобы вот здесь вот жесткость придать, чтобы изделие не растягивалось вот в этой области. Как мы знаем, что во всех плечевых шитых изделиях, там пальто это или полупальто, или даже в пиджаках, я знаю, в таких тяжелых драповых, да, вот здесь вот в шов вшивается такая бейка, я не знаю, как она правильно называется, это для того, чтобы вот здесь вот изделие не вытягивалось. Ну, естественно, в вязаном изделии все вытягивается, поэтому я укрепила вот этот вот момент вот этими соединительными петельками, крючочком. Да, кого заинтересовала пуговица, оставлю я ссылочку. На самом деле, вот сейчас солнышко выглянуло. Посмотрите, как она красиво блестит. Очень красивая. У меня есть еще черная такая пуговица. В общем, 158 рублей на AliExpress. Но единственное, что вот долго-долго, очень долго она ко мне шла. А теперь по весу сказала, спицы, нитки. Девочки, о своих планах. Планирую связать я к этому красивому кардигану «Восток» сумку. И вчера я зашла в «Фикс Прайс». И недаром зашла. Посмотрите, что я там купила. Купила вот такую сумку. Но сумка эта, естественно, я ее купила, чтобы использовать не как сумку, а мне нужна вот эта фурнитура. И посмотрите, какая прелесть. То есть у меня будет, я планирую, я уже сказала, сумка-торба или сумка-рюкзак. Я вот это вот все отпарю. И у меня уже готов клапан. Клапан к моей сумке. Сумка будет вязаться таким же узором, как кардиган «Восток», и из тех же ниток. Планирую только единственное не добавлять махеровую ниточку в два сложения Алису. Посмотрите, какая красивенная застежка. То есть уже вот к рюкзаку готов вот этот вот мой клапан. Сумка стоит в фикс прайсе 199 рублей. Вот, видите, цена 199. Но здесь вот эта фурнитура, которую можно открутить. Видите, там вот та же для отвертки, для крестообразной. Я уже
Ну, уже не буду показывать. Открутила одну часть. Вот она, ручка у меня, да? Чтобы попробовать, снимается фурнитура или нет. Так вот, фурнитура снимается. Все откручивается. Возможно, даже я использую и ручку вот эту в своем рюкзаке. Вот этот клапан. Ну и, естественно, вот эту застежку. Застежку, наверное, мне придется вырезать, я так думаю. Потому что к вязаному полотну. Застежка тоже откручивается. Но я не знаю, стоит ли мне ее... Вон, видите, там, я не знаю, видно, нет? Тоже такие штучки, которые откручиваются. Стоит ли мне ее откручивать? Потому что, как потом к вязаной сумке, она же не прикрепится. Поэтому, возможно, вот прям вот, вот с этим квадратиком я это как-то и приделаю к новой сумке. Ну, в общем, это все в планах. Потом, что еще? Купила вот такой кошелек. Там же в этом фикс прайсе. Ну, хотела либо как кошелек будет к этой своей новой вязаной сумочке, либо тоже 99 рублей, да, 99 рублей. Либо я просто хотела вот из-за этого красивого золотого, золотой молнии. Возможно, она мне пригодится в сумке, в новой. Выпарю и приделаю. Потому что золотую молнию я как-то искала в магазине, и я ее не нашла. А здесь вот вам, пожалуйста, за 100 рублей такая красота. Вот такого себе слоненка купила, кардигану «Восток». И вот такие вот розочки. Вот они. Короче, за всю покупку я отдала 400 рублей. Представляете? Потому что заказывать с AliExpress, что-то прям случилось с этим сайтом, очень долго идут посылки. Я не дождусь эту фурнитуру. Я там заказала ручку, она мне до сих пор идет. По-моему, в феврале заказывала. Уже март скоро закончится. Так что вот, кто захочет связать сумку, кто живет в Москве, пожалуйста, у кого есть не только в Москве магазин FixPrice, зайдите, покупайте, и будем творить шедевры. Еще что хочу сказать. У меня возникла такая идея. Сейчас давайте буду показывать, наверное, вам «Восток» и говорить. Хочу открыть на канале новую рубрику, которая будет называться «Самоделкин». Я планирую в этой рубрике показывать не только вязаные вещи, но и все то, что я делаю руками. Потому что на самом деле у меня очень много вещей, которые сделаны руками и сделаны красиво. Почему так решила? Вот друзья на Одноклассниках стали задавать мне вопросы там по одной моей поделке. Это картина с денежным деревом. Очень красивая. Возможно, завтра сниму небольшой экспресс-мастер-класс по этой картине. Но это такая картина, символ денег, да, символ достатка, символ изобилия. Вот, я верю во все эти вещи, штучки. Возможно, вы тоже захотите сделать. И еще такое небольшое объявление. У меня дома очень много отростков денежного дерева. Поскольку мы заговорили про эту картину, денежное дерево, отростки, которые настоящие, которые цветочки, да, денежного дерева. Мне очень жалко их выкинуть. Они такие хорошенькие. Я сейчас их рассадила. Во-первых, у меня, по-моему, 5 штук уже больших деревьев этих, да. А вот 5 росточков, ну, листочки падали от этих деревьев, и я, все мне жалко. И прорастали там же рядом. И их столько у меня проросло, конечно, совсем плохенькие я выкинула, а вот 5 штучек очень-очень хорошие. Поэтому, кто живет в Москве, девочки, давайте встретимся, и я вам подарю отросточек этого денежного дерева. И думаю, что финансовые дела у вас сразу пойдут на поправку. Главное в это верить. Вот, поэтому сразу вот несколько по поводу этой рубрики. Хочу знать ваше мнение, ваше, что вы думаете. Нужна ли такая рубрика на канале или нет. Ну, на мой взгляд, я многие вещи делаю своими руками, и мне бы очень хотелось с вами ими поделиться. Кстати, вот это вот, видите, поднос, да, у меня на балконе. Это тоже моя поделка. Поднос и киевский был.
А вот это то, что картина там, это была коробка от постельного белья, которую я не выбросила. В общем, ну, долго там объяснять. Размочила ее, сняла вот эту тонкую-тонкую пленочку, саму картину, наклеила на поднос, потом залачила. Но лак, видимо, неправильно наносила. В общем, не давала высохнуть. Так сказать, хорошо наносила следующий слой. И вот если сейчас увидите, посмотрите, он потрескался, этот лак. Но вот это-то и придало шарм. Такой эффект старой, да, антикварной какой-то вещи. То есть такой вот подносик у меня любуется на балконе. Вот это одна из тем самоделкин, да. Все, мои хорошие, уже просто очень жарко мне на балконе. Все, что хотела, я вам рассказала, показала. Жду ваши комментарии. Дальше пойду одену этот кардиган на себя, продемонстрирую вам его, как он смотрится на мне. Всем желаю творческого вдохновения, неимоверного полета фантазии. Всех люблю и до новых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.